Трагедия на Загородной. В субботу после открытия байк-сезона на трассе в районе деревни Калиново мотоциклист столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате происшествия 24-летний байкер погиб. По предварительным данным, машина под управлением женщины 35 лет двигалась в сторону аэропорта. И когда автоледи попыталась совершить маневр, в автомобиль врезался мотоциклист. От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда скорой. Водитель Kia Rio была трезва. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Как объяснил водитель Kia Rio, то, что женщина ехала по крайней правой полосе и перестроилась на крайнюю левую для осуществления разворота. А в этот момент, когда она искала место для разворота, водитель мотоцикла Yamaha совершил столкновение в заднюю часть автомобиля.